Здравствуйте, с вами снова Анастасия. В очередной раз сижу на форуме СОК. Задает вопрос некий кудрявый 40. Посоветуйте, какой настенник купить. Думаю, купить газовый котел Baxi Eco или Main 4. Квартира 80 квадратных метров. Что посоветуете, как сервис и обслуживание? Дорогой кудрявый, вам советуют просто уйму газовых котлов. В свою очередь, хочу вам порекомендовать котел марки ECA. Очень хорошие качественные котлы с чудесным дизайном. Давайте посмотрим поближе. Надюш, здравствуй. Я снова к тебе за помощью, за консультацией. На форуме был такой вопрос: ищет газовый котел. Я предложила торговую марку ECA. Именно этот котел модели Canfeo Plus 24HM с закрытой камерой сгорания и двумя теплообменниками. Может работать как на природном газе, так и на сжиженном газе. Я бы взяла этот котел просто потому, что мне очень понравился дизайн, компактность и все остальное. Но я думаю, что кудрявому 40 нужно немножечко больше узнать о нем. Расскажи, пожалуйста, все-таки с точки зрения экспертности это будет убедительней. Да, здравствуйте, Анастасия. Что могу сказать? Действительно, он очень красиво выполнен, этот газовый котел внешне. У него элегантный вид. Также хочется отметить то, что у этого котла небольшие габаритные размеры, что позволяет его устанавливать в помещении, да, и при этом экономить очень много пространства. Как бы это 750 миллиметров на 454 миллиметра, да, плоские по ширине. А в глубину? В глубину он идет 340 миллиметров. Отлично. Да. Что еще хочется отметить, как дизайн, так и его габариты. То есть турки постарались, сделали все на славу. То есть он точно так же прост, как в эксплуатации, так и в дальнейшем в обслуживании. Он очень прост. В использовании, в управлении. Мы сейчас вам подробнее расскажем, как им управлять. Так, вот панель управления. Надюша, расскажи, пожалуйста, вот здесь что и куда и зачем крутить. Значит, первое, что хочется отметить. Самое стандартное – это пуск нашего котла. Ну, они, конечно, производят сервисный центр. В дальнейшем, как мы пользуемся? Значит, это у нас идет on-off, кнопка включения-выключения. В дальнейшем потом у нас идет регулятор управления температурой отопления, да, то есть мы можем здесь поставить себе градус, температуру поменять, это все будет отображаться у нас на экране. Следующий у нас рычаг управления — это регулятор управления температурой горячей воды. Mm-hmm. То есть точно так же мы выставляем температуру водички, которая нам нужна. Все это также отображается, все показания на этом дисплее. Также хочется отметить, это у нас жидкокристаллический двухцифровой экран, на котором вы можете увидеть все, не дай бог, неисправности, которые могут возникнуть в котле. Они будут здесь сигнализировать и показывать. Это очень удобно, вы сможете это заметить и вовремя обратиться в сервисный центр. Вот. Также вы будете видеть на этом экране все настройки и ваши обновления, которые вы устанавливаете на своем котле. Угу. Надюш, а вот эта вот кнопочка сигнальная, то есть у нас же панель не будет открыта всегда. Есть, да, отверстие, да? Да, вот. Это очень удобно, чтобы вы увидите все сигналы, которые будут происходить, то есть что не так будет в котле, да, какие-то, может быть, сбои, или как бы вы увидите, это просигнализирует, и будет видно, здесь будет отображаться освещение нашей сигнальной лампы. Угу. Понятно. Наш газовый котел сзади выглядит так, оснащен расширительным баком на 8 литров. Надюша, расскажи еще, пожалуйста, что мы не можем увидеть невооруженным глазом, что находится там внутри? Внутри, значит, находится горелка, которая выполнена из нержавеющей стали. Она обеспечит высокую степень сгорания и низкую степень выхлопных газов. Также котел у нас оборудован 17 различными системами безопасности. Так как система безопасности, которая находится в данном аппарате, она обеспечивает как вашу безопасность, так и безопасность данного оборудования. А именно, безопасность дымовых газов, безопасность потухания пламени, также безопасность по перегреву 105 градусов. Также присутствует безопасность системы отопления, система безопасности от высокого давления воды, от низкого давления воды, от перепадов напряжения электроэнергии и тому подобное. Данный котел полностью хорошо напакован,
Поэтому с ним вопросов не должно... Полный фарш. Полный фарш, да. Говорится, all inclusive. All inclusive. Турция. Турция, да. Поэтому с этим котлом вопросов, как бы я думаю, не должно возникать. При том всем, если даже, не дай бог, что-то произойдет, у нас в Украине очень хорошо представлена сеть торговой марки ECA. Да. Гарантия 3 года, кстати, дается на все котлы. Гарантия 3 года, но хочу отметить, что пуск должны сделать, конечно, тестерский центр делает пуск и ставит его на гарантию, при том, что каждый год нужно делать еще обслуживание, чистить горелку, вот, и они точно так же продлевают гарантию. Но это уже сервисные центры более подробно вам расскажут, если вы к ним обратитесь. Сервисные центры практически во всех городах Украины. Очень хорошо распространенная сеть. Ну, тем более, если вы покупаете газовый котел, у вас все контакты поставщиков, я так думаю, да, и менеджер. Если вам что-то непонятно, вы можете позвонить менеджеру, все узнать. Да, конечно, при том, что здесь выдается в комплектацию у нас гарантийная книжка, гарантийная книжечка, в которой, в принципе, есть все сервисные центры, которые представлены в Украине. Здесь вы можете посмотреть их контактные данные, в каком городе что находится. Ну, в принципе, дальше расскажем сейчас, что еще входит в комплектацию. Теперь разберемся с комплектацией. В комплект входит дымоходная труба. Вот так она выглядит внутри. Дальше что у нас? Также есть в комплекте у нас колено для присоединения. Это же самая дымоходная труба к котлу. Она наверх, да? Да, наверх устанавливается. Крепление тоже. Крепление для трубы. Крепление для трубы. Есть также прокладки. Есть шурупы. Полностью весь комплект. Все для монтажа присутствует здесь. Отлично. Также книжечка по эксплуатации и гарантийный талон. Без этого никуда. Дорогой кудрявый 40, я уверена, что мы дали вам более чем раскрытый ответ на вопрос. Надюш, может быть, скажешь последнее напутственное слово? Ну, что хочу сказать. Я желаю вам, чтобы вы определились с выбором, сделали правильный выбор. Надеемся, что данный видеоответ вам поможет. Удачи вам! А с вами была Анастасия и Надежда. Пока-пока! До свидания. Пока-пока.